Всем привет! В понедельник, 21 августа 2023 года, на Пятом канале состоялась премьера нового 16-серийного сериала под названием «Подсудимый». В центре событий оказывается честный следователь Андрей Климов. Он борец за справедливость, поэтому всегда отказывается от взяток самых богатых и влиятельных людей города. Зная законы и принципы, он требует от других четкого их исполнения. У Андрея дружная семья, жена всегда и во всем его поддерживает, а любимая дочь радует своими успехами. Однажды Андрей лег спать у себя дома, а проснулся уже в тюрьме, обвиняемый в убийстве жены и дочери. Между последними воспоминаниями и этим злополучным днем прошло аж 4 месяца, а вся остальная информация была словно стерта с памяти. Однако Андрею удалось все-таки вспомнить, что накануне он начал расследование дела о смерти президента компании, и он начал подозревать в убийстве его брата-близнеца. Следователь не может понять, кто убил его семью и каким образом эти два дела связаны между собой, и почему он взял всю вину на себя. Ответы на эти вопросы ему придется узнать.